доцент кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета Алексей Салин изучает асимметрический синтез новых производных сисквитерпеновых лактонов с использованием органокатализа третичными фосфинами. Сами сисквитерпеновые лактоны распространены в природе, основным источником является растительное сырье. Издавна они известны человечеству благодаря своим полезным биологически активным свойствам. Особенно выражено у этих соединений противоопухолевая активность. И наш проект направлен на дополнительную модификацию этих соединений с целью понижения цитотоксичности сисквитерпеновых лактонов по отношению к нормальным клеткам и сохранения достаточно высокой активности в отношении отдельных линий раковых клеточных культур. В связи с ростом смертности от онкологических заболеваний, которые по статистике находятся на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний, данные исследования являются особенно актуальными для современной химии и медицины. Современные методы лечения, они хоть и используются, но все-таки отличаются недостаточной эффективностью, высоким уровнем побочных эффектов и до настоящего времени еще не разработано или достаточно мало известно соединений, которые могли бы использоваться для специфической профилактики этих заболеваний. Потому что большинство соединений, они все-таки достаточно токсичны и не могут использоваться для этой цели, с целью профилактики. И мы считаем, что наши разработки позволят продвинуться в решении этой достаточно сложной и актуальной проблемы. Напомним, что проект победил в конкурсе Российского научного фонда. Грант исследования составляет 1,5 миллиона рублей ежегодно. Амир Ахтямов, Фарид Захидоглы, Универньюз.